добрый день. Тут уже не поймешь, уже какой день пребывания у нас в Киргизии, уже скоро домой. Мы тут решили форель порыбачить, потому что это много здесь кто этим занимается, вот горная река. Ну, сейчас вообще посмотрим, как все это делается. Вот тут в какое-то место заехали, не знаю. У них есть, нету. Сейчас спросим. Вон она и форель. А что-то вон большущая такая какая-то есть, а есть рыжая какая-то. Это что, разные? Ну да. Ну что, давайте время не терять тогда. Давайте, да? Что? А? Да. Ну, давайте я оплачу туда. Такой бассейник. Вот смотри, а здесь осетр. Ну давай посмотрим. Главное, что мне нравится, тут все так идеально. Видишь, знаешь, смотри, тут ух ты, вон он они, прям, ага. Ну... Я его живых-то не видела так прям. И, видать, это вода для него подходящая. Прям. Ага, вон смотри, он. Вот здесь, смотри, прям поленья лежат тут. Один на другом. Ну, наверное, осетр-то дороже. Сколько, почем? А он почем? Не, это не продается. Да? Подороже. Он не подороже, он 1500 стоит, наверное, или 3000. Ну да. А у нас его вообще ловить нельзя. Нет, ну выращивать-то не запрещено, правильно? Так, смотри, мне тут удочку принесли. Какая-то она странная. Я обычно с крючком приду. Обычно вот таких я бабочек ловил. Ты этот. Необычная рыбалка, конечно. Ну что ж. Кстати, я тут могу еще деньги половить. Тут вон сомы. Так. Можно ловить сомы и форель. Ребятишечки. Они такие, ой, нет, нет. О. Вот это улов. Вот это ты молодец. А ты рыбак, слушай. Какая она тяжелая, слушай. Прирожденный рыбак просто. И главное, практически ни на что, да? Подожди, ты ее что, вытряхнуть конечно, хочешь? Конечно, я ее сейчас вытащу. Нет, ты все, давай ее будем готовить. Ну, сейчас мне ее надо... А как ты с ней же надо сфоткаться. Подожди, подожди, не дергайся. Сейчас все нормально. Замри, да? Подожди, не дергайся. А как ты дергаешь? Вообще-то ее берут как-то за жабу. Ну, за жабу бери. Ну, вот и бери. Сейчас она еще возьмет меня. Обратно, да? Отойди, отойди подальше от берега. Да что ты? А то сейчас вернет туда. Как-то вот так ее берут, чтобы... О! О! Красавец! Смотри, поймал, считай. Вау! Ну-ка, ну-ка, не тряси сильно, дай сфокусироваться. Ах ты ж, ничего себе, держи крепче, а то вернется. Ну-ка, интересно, мне всегда было интересно, а что здесь? Емеля такой. Так. Форель, 1 килограмм, 1200 сом. Что-то не продается. Ложим в этот ящичек, и там уже на выходе котлеты. Ты говорил 800 за килограмм, тут 1200. Я говорил 1500. Да? Значит, нам наоборот дешевле. Так, ладно, все, тут мы не будем снимать. Ну, вообще красиво так, интересно здесь. Вот, типа... Вон там что-то тоже, нет? Ну... Родник вижу. Там малек, наверное. А что-то я вообще ничего не вижу. А правда, я вижу вон маленькие. Да. Плохо, наверное, видно, ну. То есть маленькие мелководья.
Ну, в общем, сюда же зашли мы. Да, теперь отдали рыбу, и нам ее обещали приготовить. А мы пока подождем, погреемся. И главное, что... Ты сидишь, тебе готовят? Ну, тепло. Что надо для счастья? Только денег. Как обычно. Не в деньгах счастье. Счастье не в них, да? Да. Вот еще не посмотрим. Градусов под 80. Не, ну молодцы. Смотри, вот он вешает. А, точно. Фруктовый чай. Леша на разлитии. Сегодня я забочусь о Василии. Киргизском. Да. Чай, значит, берешь вот так вот. Обязательно так. Шурк-шурк. Какой он вкусный, сладкий. Он даже, его даже не надо сахара. Поэтому вот эти все кусочки сахара мы можем забрать с собой. Ух ты, уже и хлебушек понесли. Уже хлебушек испекли, да.